Документ вводит запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции или контролируемых ее гражданами, на выполнение ими отдельных видов работ на территории России по перечню, определяемому правительством Российской Федерации. Отметим, что ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что несмотря на нежелание Москвы отказываться от сотрудничества с Турцией, напряженность в отношениях будет сохраняться до тех пор, пока из Анкары не последует адекватная реакция на инцидент со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком в Сирии. Напоминаем, что с 1 января 2016 года Россия запретила ввоз мяса и птицы и фруктов из Турции. Под запрет также попали чартерные воздушные перевозки между странами и продажа туристических путевок на турецкие курорты. Кроме того, российские работодатели не смогут нанимать работников из числа граждан Турции.